Так, прокомментируй, что ты открываешь. В общем, открываю сноуборд Бёртон Шерлок. 163 сантиметра. Шерлок? Ватсон, это вы? Ты, по-моему, неправильно открываешь. Да пофигу. Открывай. Коробки правильно никогда не надо открывать. Законно, о боже мой. А, вот тут правильно все-таки. Миша не может справиться с коробкой. Вам по времени во сколько? А мы не знаем еще. В смысле, тут написано, блядь. Мы не посмотрели, сейчас посмотрим. Ну, конечно, блядь, сноуборд же есть, нахуй, полиция, блядь, когда могут. Вот Лёха попросил не материться, а я хочу, говорю, родителям показать видео, как я открываю сноуборд. А, да, 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 да. Вот, классный кадр. Мои родители как бы уже знают, что с нами живет быдло длинное. Я тогда по скайпу разговариваю, слышу, такие маты летят. О, Миша, смотри, Миша в 13.15. Вот он. Наконец-то. Достаем. А, красавец. Так. Это чехол с ним идет в комплекте. О, круто. Подарочек от. А он, это чехол или это просто обвертка? Я думаю, это. Я даже не знаю, что это. Но похоже, знаешь, как-то на чехол. Да, мне тоже на чехол, потому что вот эта черная каемка. Да. Но это не просто обертка, которую можно выкинуть. Я так думаю. Ее можно использовать второй раз. По-любому это. Четвертого. Вот, смотри. Четвертого. Давай, подожди. Есть молния. А, вот, ну значит это чехол. Да. Стоп, ребят. 4 июня? Да. Че так поздно-то? А. Мы узнаем, у нас виза до 30. Что мы раньше поедем, документы, отпечатки пальцев сдадим, и нам клеит временно, если мы попросим. Тогда похрепанели. Я и говорю. Но это просить можно. Можно, у некоторых нету визы сейчас. Воу. Что это? Вот. А, вот эти штучки для креплений. Да. А, у тебя прикольно, у тебя оно сразу дырок нет, у тебя оно регулируется. Да, зацените. Классно вообще. Сразу видно Бёртон. Качество. Офигенно. Ну-ка. Давай. Ну, Миша, похвастайся. 163 сантиметра. Конечно, против. Возьми его поперек, чтобы видно, нормально было. Где-то как, так? Ну, типа того. Следующая зима. Ждет нас. Да, Женек? Конечно, сейчас еще я доску куплю и все. Будет две доски. Два профессионала. Ну, в общем, вот такая тема. Ты рад? Очень. Все, ладно, давай.